Сегодня продолжается наше большинство. Климович. Климович, бросок Климовича и 1-0. Данила Климович, второй гол на турнире. Там и Диму Кузьмина за действие его в пауэрплей. Ну, смотрим повтор. Владислав Шила отдает. И с острого угла Данила Климович прошивает голкипера. Кузьмин. А дальше на Клавдиева. Тот по борту. Передача на Климовича. И 3-1. 3-1. Сколько? 9 секунд понадобилось Даниле Климовичу, чтобы... В нужном месте. Смотрим еще раз. Прям с выигранного выбрасывания начинают нам этот повтор. Кузьмин дальше на Клавдиева. Тот на Шила. И Шила на Климовича. И Климович в касание. Пустой угол. Забрасывает. Не линию. Кузьмин здесь ищет варианты. Очень неплохая передача. Бросок поворотом. Добивание будет. Есть Климович. Это хэт-трик. 4-1. Четвертое большинство, соответственно, наши ребята реализуют. И это очень уже неплохо. Сейчас, и, наверное, ему настроение тоже поднимает, как и всем белорусским болельщикам. Да, я слышу. Вот мы сидим в нашей комментаторской, а рядом... С ней совсем недалеко Женя Владимирович просто скачет там, эмоционирует, прыгает. Он очень доволен. Мы надеемся...